Священник Сергий родился в 1884 году в селе Белая Колпь Волоколамского уезда Московской губернии в семье диакона. С 1911 года стал служить отец Сергий при храме в честь Иоанна Предтечи села Ярополец родного уезда в сане диакона. 13 лет прожил батюшка душа в душу со своей паствой, пока безбожники не закрыли храм в 24-м году. Но стадо Христово священник не оставил. Под гнетом непосильных налогов, притеснений, отец Сергий продолжал поддерживать народ в скорбный час, преданно служа проводником к Богу. В 37-м году, когда начались масштабные гонения на церковь, беда не обошла стороной и священника Цветкова. По наветам анонимов, отец Сергий был арестован и обвинен в антисоветской и контрреволюционной деятельности. Причем ему поставили в вину и то, что он является родным братом почитаемого народом за праведность жизни протодиакона Николая Цветкова. Обвинение батюшка не признавал. Зачитываемые следователем показания с христианским спокойствием отрицал. Уже через два дня следствие было завершено, и отца Сергия приговорили к 10 годам лагерей. Спустя 3 месяца, проведенных в распределителе Сиблага, священник скончался и был погребен в безвестной могиле. Третье января. День памяти священномученика Сергия Цветкова, диакона.